Уважаемые болельщики, заканчивается 2020 год. Для всех нас он получился достаточно сложным. Непростым он оказался и для футбольной команды. Футболисты привыкали тренироваться, играть в новых условиях. Был большой перерыв, потом напряженный график. Тем не менее, он запомнится нам очередными наградами «Локомотива». Второе место в чемпионате России, и это уже войдет в историю. Команда играла в лучшем европейском турнире Лиги чемпионов. Многие наши воспитанники получили неоценимый опыт, что позволит им в дальнейшем выйти на новый уровень. Женская футбольная команда завоевала Кубок России и серебряные медали. Я прекрасно понимаю, какое количество вопросов у вас есть. Но чтобы ответить на все эти вопросы, сейчас клуб напряженно работает. Я вникаю абсолютно во все нюансы деятельности клуба. И до наступления второй части чемпионата мы обязательно пообщаемся с вами и постараемся все эти вопросы откровенно, честно осветить. В наступающем новом году, как и всегда, мы остро нуждаемся в вашей поддержке. Без нее невозможно развитие и успешное выступление нашей команды. Я желаю всем крепкого здоровья, хорошо отдохнуть в новогодние праздники, набраться сил. Ждем вас на нашем стадионе и на других аренах России в наступающем году. Ну а я пойду поработаю.